Доброго здоровья всем. Вот многие, я хочу, немножко тоже заняться как столяркой, потом будущую маленькую мастерскую сделать тоже, чтобы у меня была заниматься. Вот смотрел каналы многие, для новичков рекомендуют там. Какие фрезера там туда-сюда. Вот, обратите внимание вот на такой фрезер. Калибр. Вот этот фрезер, я его установил в стол. Вот, он у меня в столе стоит. Сейчас я хочу сделать, просто я его достал. Хочу сделать тут, лифт. Чтобы крутить, можно было сверху и это. Вместо этого что-то придумать, дело не в этом. Вот фрезер, я его купил в августе 2015 года. Стоил он 4700. Калибр в Китае произведен. Мощность его 1700 ватт. Вот. Обороты у него от 8 тысяч до 30 тысяч максимальные. 30 тысяч. Вот когда я его покупал, в наборе тут было вот стекло вот это. Потом пылеотсос этот для пылесоса, Потом параллельный упор, просто железячка такая. Я думаю, что это не критично, что она железячка, все равно так-то ровненько все, и это, но она работать будет, штанги соответственно такие тоже, и вот я не знаю, две цанги на 8 было в комплекте и на 12. Цанги сделаны вот на ней сейчас ближе подведу, вот такие вот. На 8 вот здесь кольцо такое, чтобы не выпадывало, сама цанга от гайки вот такого вида, и соответственно тоже такая цанга на 12. Вот так, к нему что еще, колечко такое копировальное, вот. Соответственно, я это снял, у меня в столе стоял, он мне не нужен. Это для точной подстройки. Штучка такая, достаточно тяжелая такая, приличная, Что еще? Все. Не помню, фрезы у меня к интерсколу пришли или к этому. По-моему, не было фрез. Еще циркуль. Такая набалдашник одевается наш. Простой, ничего сложного тут. Вот такая. Надевается, зажимается, высоту регулируете. И циркулем пользуйтесь, чтобы круги всякие делать. Вот. Такой циркулем обой. И всего это стоило 4700, говорю. Вот. Я его в стол установил и пользовался им уже. Сейчас говорю, хочу разобрать и сделать лифт к нему. Сюда гайку вставить. Вот здесь еще зажимчик есть специально, можно гайку застопорить, Тут просверлить, вот этот параллельный упор убрать, просверлить, и сделать, Вот, что интересного-то, когда я выбирал, какой купить там, все равно же ищем там все в интернете, за, против, лифта, люфта тут никакого нету, хотя я читал там на сайте все инструменты, отзывы. Не знаю, может мне такой попался, это. Написано везде в описании, что интересно, что плавного пуска нет. А на самом деле он есть. Сейчас я вам продемонстрирую. Сейчас на максимальных оборотах и слушайте. Thank you.
минимальные обороты. Так что плавный пуск есть, и это видно даже, если разобрать, я уже предварительно раскрутил, чтобы показать вам. Вот смотрите, вот здесь наверху, вот эта микросхема тут стоит, или как он там, не знаю, ну короче, вот она тут стоит на щетке одной, вот радиатор охлаждения ее. Мощный такой якорь, как бы. Ну, прилично все, короче, сделано. Вот. Немножко мне что не понравилось. Тут не то, что не понравилось. Видите, тут вот эти для охлаждения вот это. Тут крыльчатка-то, которая снизу у нее эти отверстия. Лучше бы сбоку, конечно, были. Ну, и это ладно. Что? С пылеотсосом нормально все будет. Если вы будете пользоваться, как бы. Ну, туда может попасть и как бы затянуть туда немножко стружки. Ну, пыли там. Ну, тут немножко вообще, вот я тут снял крышку, тут вон, налет такой был, как бы. Но все равно. Вот на Интерсколе, например, у меня есть маленький фрезер такой. Там сбоку сделаны они. То есть, что-то сюда валится. Ну, у меня валилось-то в основном то, что не прикрыто он был. И я там пилил, у меня... Вместе с пилой там. И у пилы нету там пылеотсоса. Ну, короче, вот. Вот такой вот фрезер. Очень даже, мне кажется, замечательный, короче. Идешь и недорогой, как бы. И 1700 ватт, и все, и плавный пуск у него есть. Потому что, мне кажется, все фрезеры мощные, да, ну, которые достаточно там, они все равно с плавным пуском. Хотя я говорю... что в описании нигде было написано, что плавного пуска нет, плавного пуска нет. Ну, мне кажется, еще пружинки тут немножко слабовато, как бы. Ну, то есть, на откидон. Ну, как, чтобы, ну, он тяжеловат, наверное, как бы, для тех пружин, которые тут стоят. Но это тоже не критично в стол, если установить, как бы. Вот, в основном все хорошо, короче. Ну, вот, я говорю, почему не обращают внимания вот на такой вот аппарат, например. Калибр называется. FE 1700 12M серия мастер, как говорится, M мастер и плюс. Плюс это значит, как я прочитал в книжке, что типа обороты регулируются. Вот у меня то, что. Вот. И наборчик к нему хороший. И цена у него замечательная. И сам по себе он очень хороший. Так что, не знаю. Я говорю, читаешь в интернете, так. Отзывы не очень там у некоторых там туда-сюда. Но я ничего не нашел такого. Вот. Так что обратите внимание, может кому и. А да, еще очень удобно менять, например, цангу с помощью одного ключа. Тут, ну, как и во многих фрезерах стоят такие штуки. Ну, кнопка, короче, фиксатор. Все, и откручивайте, и очень удобно. Вот, так что, ну, я и мало, конечно, работал, что, год всего он у меня, так, как сказать, рекомендую, не знаю, ну, нормальная машина, короче. Так что вот. И красивый, желтенький такой. Да, вот еще вот. Чтобы, ну как бы, что вот это вот плавный пуск, я вам показывал, да, микросхема.
схема, тут транзистор или что с радиатором, короче, охлаждение. А вся система вот эта оборотов, она вот микросхема тут все. Все так-то прилично сделано. Вот. Я просто разберу, и мне надо эту крышку попробовать снять, чтобы сюда, короче, гайку загнать. Вот еще тут, видите, вот эта вот площадка. Очень удобная штука, если кто пользуется лифтом, там домкрат или еще какой приспособой, короче, снизу, который давит. Видите, тут такие, так сказать, штырьки образуют полочку. Вот.